В сентябре 2023-го на медиаплатформе «Смотрим» состоялась премьера остросюжетной детективной мелодрамы «Зеркало лжи». Это картина от режиссера Романа Просвернина. Главные роли, которые исполнили Мария Куликова, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Александра Сопова, Павел Кузьмин, Иван Житков и другие. У каждого из героев этой запутанной истории есть скелет в шкафу. Каждый может быть убийцей. Так тоже из близких главной героини самый опасный человек. К сожалению, второго сезона сериала «Зеркало лжи» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.